Всем привет, с вами Папа Рулит. И сегодня необычный выпуск. Он скорее относится к разделу новости, чем обзор металлических машинок. Дело в том, что 10 марта многие наши постоянные покупатели заметили, что сайт paparulit.ru не открывается. Мы тоже это заметили, обратились в техническую поддержку компании WebAssist, у которой мы арендуем хостинг. И вот что удалось выяснить. 10 марта облачным провайдером OVH было опубликовано оповещение о деградации сервиса в дата-центре SBG-1 в Страсбурге, которое позже было дополнено информацией о пожаре в здании SBG-2. Дело в том, что WebAssist располагает сайты в Страсбурге, в дата-центре, и вы видите на своих экранах то, что произошло с этим дата-центром. Пожар случился ночью, к 9 утра он был уже потушен, но ко многим сайтам оказался заблокирован доступ. Со своей стороны, что мы сделали? Мы на сайте paparulit.ru сделали автоматическую переадресацию на другой наш сайт, который работает, paparulit.net. На paparulit.net можно смотреть, выбирать машинки, оформлять заказы. Здесь слева меню, где машинки делятся на категории в масштабе 1 к 24, в масштабе 1 к 32. Также есть Kingsmart. Там разные масштабы, вы знаете. Потому что Kingsmart нужно уложиться в размер 12,5 сантиметров по длине, чтобы машинка была 12,5 сантиметров. Поэтому Kingsmart делает разные масштабы. Ну, 1 к 36 в основном. Хотя попадаются 1 к 43, 1 к 38. Вот. Здесь наши контакты. Можете позвонить. Вот контактное лицо Максим. И здесь на главной странице превьюшки с некоторыми моделями. Например, вот есть розовая Porsche Panamera, на которую мы недавно делали видео на YouTube-канале «Папа рулит». Если будут нужны машинки, вы про нас не забывайте. Заходите на paparulit.net, выбирайте, сравнивайте и оформляйте ваши заказы. Желаю вам всего наилучшего. Всем пока.